Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом домашнего лимонада Тархуна. Мои подписчики попросили меня приготовить домашние напитки. На моем канале есть еще рецепт турецкого лимонада. Если вам интересно, буду и в будущем обязательно выкладывать такие видео. В моей коллекции рецептов их достаточно. Если кому будет интересно, с огромной радостью я поделюсь. А теперь приступим. Для лимонада мне понадобится тархун, без него никак. Его еще называют эстрагоном. Зелень нужно хорошенько промыть, просушить. Листочки я отделяю от стебельков, если стебли очень жесткие и сухие. Стебли, конечно, я тоже не выкидываю. Я их буду использовать для варки сиропа. Листья я уже отделила, их нужно будет измельчить в блендере, а стебли я оставлю как есть. Вот такая кашица получается. Теперь я все это перекладываю в кастрюлю, заливаю водой. И на сильном огне довожу до кипения. Как только вода закипит, убавляю огонь и провариваю минут 15. Нужно, чтобы тархун отдал весь свой аромат и цвет, сказала Хэти и вспомнила про парфюмера. Прошло 15 минут, выключаю огонь, нужно массу процедить обязательно. Сначала просто через ситечко, потом нужно будет еще раз процедить через двойной слой марли.
Опять это все заливаем в кастрюлю. Теперь добавляем сахарный песок, лимонную кислоту. На сильном огне опять доводим до кипения. После того, как закипит, убавляем огонь и буду варить до легкого загустения минут 15-20. Конечно же, сироп после варки теряет цвет, поэтому я оставила часть зелени, чтобы добавить ее в последнюю очередь. Я ее также измельчаю в блендере, но уже с добавлением сиропа. Обязательно пропускаю через ситечко, в этот раз марлю можно не использовать. Ну вот и все, тархун почти готов, осталось только залить в графин. На дно любой емкости, будь то это стакан или графин, сначала опускаем лед, заливаем туда немного сиропа и добавляем уже минеральную, обязательно газированную воду. С обычной водой вкус будет совсем не тот. Друзья, я ни в коем случае никого не учу, как нужно готовить, и не совсем уверена, что мой способ, он самый правильный. Просто мне он очень нравится, во-первых, тем, что сироп можно хранить долгое время в холодильнике. Я его просто переливаю в стеклянную тару и храню в холодильнике. И в любое время его можно просто взять, залить минеральной водой, и напиток уже готов. Но еще и тем, что у лимонада очень красивый зеленый насыщенный цвет получается. На этом я с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита. Спасибо огромное, что были со мной. Всего вам самого доброго и до новых видео.